ведра, но они наполнены водой, стоят на полу. Снимаете специально широкоформатно для переезда, который так и будет называться ведра. Очень полезная посуда. Ну вот, эмалированные ведра вот хороши для того, чтобы хранить воду, особенно родниковую. Ну и всякое другое. Ведра, конечно, являются разновидностями посуды. Вот. Решил создать такой плейлист ведра.